сегодня здесь, в этом зале, мы постараемся все доступно рассказать и, конечно, доказать. А главное — убедить и призвать. Не забывайте. Темное время суток, ночью или в сумерки, во время тумана, дождя и снегопада на дороге появляются темные пешеходы. Для водителя увидеть такого пешехода очень и очень сложно. Пешеходы на дороге были в опасности. С ликером заметен в свете фар автомобиля на расстоянии 150-400 метров. Теперь водитель сможет увидеть неосторожного пешехода и обязательно успеет избежать столкновения. А лишь себе уверен.